Когда день в самом разгаре, а количество событий и новостей приближается к критической отметке, остановить информационную лихорадку способен только он, Игорь Пупков, ведущий дневных выпусков новостей на канале «Украина». Первый прямой эфир провел в 15 лет. Говорит, в телевизор мечтал попасть с раннего детства. Только не на телевидение, а в телевизор. Маленький Игорь никак не мог понять, как все эти люди помещаются в такой маленький ящик. В 12 лет будущий телевизионщик вырезал из газеты тексты, составлял программу телепередач, садился за стол и с серьезным видом выступал перед воображаемыми зрителями. Сегодня его эфиры смотрят миллионы телезрителей. Игорь Пупков работает на лучшем канале страны. Обо всем узнает первым, спешит поделиться с телезрителями новостями, внести ясность в информационную картину дня и дать всем прекрасную установку.